За смерть ребенка пойдет под суд. В Александрове завершено следствие по делу 24-летней местной жительницы. Она обвиняется в причинении смерти по неосторожности собственному сыну. Пятимесячного малыша доставили в Александровскую больницу 7 июня 2018 года с диагнозом истощения крайней степени. Спасти ребенка не удалось. У малыша была тяжелая белково-энергетическая недостаточность. Следствие установило, что мама часто оставляла младенца без еды и питья. Обвиняемая пояснила, что это от недостатка средств, хотя следствие установило, что на сигареты и спиртное себе и сожителю деньги женщина находила. Свою вину в произошедшем обвиняемая признала. Экс-директор Петушинского лесничества за взятку предстанет перед судом. Следователи завершили расследование уголовного дела в отношении руководителя государственного комбината «Заречное лесничество». Установлено, что 2 месяца назад подчиненные директора довели до него информацию о выявлении факта незаконной вырубки деревьев. Начальник встретился с предпринимателем, который нарушал закон, и предложил за 45 тысяч рублей закрыть глаза на его деятельность. При получении части денег директор был задержан, а на следующий день уволен со своего поста. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд. Оштрафовали на 100 тысяч рублей за невывоз мусора. К такому наказанию привлекли одну из структур Минобороны, а именно Федеральное государственное учреждение Центральное жилищно-коммунальное управление. Одной из задач этой организации является вывоз ТБО с контейнерной площадки многоквартирного дома, расположенного во Владимире. С поставленной задачей они не справились. Мусорный коллапс случился в октябре прошлого года, и это не единичный случай. Учреждение уже не раз привлекалось к административной ответственности по аналогичным нарушениям. Данные факты выявлены 19-й военной прокуратурой армии. Губернатор исполнил мечту подростка из Гусь-Хрустального. 12-летний мальчик Саша Крылов грезил покататься на собаках породы хаски. Его мечта была написана на открытке, которая была запечатана в шар. Новогоднее украшение висело на елке желаний в Кремле. Глава региона снял с ветки именно этот шар и устроил мальчику праздник в Суздальском районе в клубе любителей ездового спорта. Подросток самостоятельно смог управлять упряжками из 4 и 6 собак. Кроме этого, Сипягин вручил детям семьи Крыловых сладкие подарки. Всего же глава нашего региона снял с елки желаний 5 шаров с мечтами детей из Владимирской области.